Вместо традиционного похода к врачу дети отправляются на поиски клада. В Химкинской детской 5-й поликлинике для юных пациентов в честь Дня защиты детей устроили настоящий квест. Дети с родителями оказались вовлеченными в целое представление. Мы хотим с вами сегодня немножечко что сделать? Поиграть. Путь к сокровищу сложен и тернист. Чтобы найти клад, нужно пройти массу испытаний. Отгадать головоломки, выполнить спортивные задания, а еще поучаствовать в танцах. За каждый успешный этап – награда, которая приближает к заветному финалу. В 5-й детской поликлинике любят устраивать подобные мероприятия. Здесь свой особый подход к пациентам. Проводят различные квесты, мастер-классы, а еще медицинский персонал делится опытом. Поликлиника, в которой вы сегодня находитесь, она у нас передовая, она одна из самых лучших поликлиник. И здесь очень много времени уделяется не просто лечению заболевших детей, нет. А формированию здорового ребенка, здорового образа жизни. Это очень-очень важно. Давайте вместе вырастим наших вот этих замечательных, здоровых мальчишек и девчонок. При этом и будущие мамы не остались без внимания. Для них полезные мастер-классы и советы от нужных специалистов. Мы рассказываем им, как вводить прикорм своим малышам, что такое возрастные кризисы, как обезопасить дома, чтобы ребенку было в нем безопасно, и как в летнее время обезопасить ребенка и очень комфортно лететь с ним в самолете. Ну и какой детский праздник без сладостей? Всем участникам квест-приключения раздали мороженое. А теперь разбираем. Давайте сюда, ставьте. Что надо сказать? Спасибо. Александр Зель, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.